Доброго здоровья, я вернулся с моря, с Ольгинки, поплавали там. Все нормально, и вот сижу, просматриваю ваши вопросы, и в частности, вот такой, начнем вот с такого. Рома Фомин. Геннадий Петрович, вы выкладываете видео исцелившихся по вашим методикам и с вашими комментариями, и народу значительно прибавится. Просто определите формат и, допустим, время и адрес, куда эти видосы отсылать. Я лично непременно откликнусь, если что. Значит, нечто подобное я предлагал сделать в одном из видео, возможно, пропустили, потому что не все смотрят. Кстати, не обязательно, вот я сделал видео, и оно так посвящено, ну, грубо говоря, чему-то одному. Я, бывает, затрагиваю разные вопросы, очень интересные, на мой взгляд, и для других людей, поэтому... Не думайте, что вот это видео только посвящено, грубо говоря, там капусте. В ней может быть не только капуста, там я рассказываю. Иногда, знаете, знания, ты уже многое знаешь, и тебе нужны крупицы. Вот эта вот крупица, она бывает где-то вскользь проскользнет, но тебе-то достаточно, чтобы ты за нее уцепился, и это то, что надо. Поэтому как-то смотрите. Если вы уж серьезно хотите что-то там постичь, просматривайте, ну, более-менее все мои видосы, чтоб было. Я их стараюсь сделать такими короткими, чтобы это не утомляло. Так вот, еще в свое время, когда была передача «Малахов плюс», и мы уже отсняли там 1000 программ, я сказал, что все хорошо, мы работаем, знаете, как бы сказать, вот на выхлоп. То есть сделали о чем-то передачу, там рассказали, пошло, сделали, рассказали, пошло. Настало время собирать камни, то есть вновь звать тех людей, которые были на передаче. И пускай они отчитаются, что они сделали из того, что мы рекомендовали на этой передаче. Что у них получилось, что у них не получилось. Ну, этот мой посыл, предложение как-то не нашло отзвука у редакторов, у тех, кто там ведет, вернее, ответственно за программу, потому что они просто-напросто не соображают в этом деле, им что-то надо новое, 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 новое. Вот, если вы... Если вы действительно хотите, чтобы вот так вот поработать, значит, присылайте свои видео. Но вот на тот мой призыв откликнулся один человек. И что получилось? Он говорит, я не могу это видео отослать мне на электронную почту. Электронная почта malakhov-pro@mail.ru. Где-то она тоже там есть. Если надо, вы скажете, ну-ка напиши. Я ее напишу. Да напишу я сейчас в программе, которую сейчас сделаю. Вот, то есть почта не может эти видосы прислать в том качестве, в котором, допустим, вы там хотели. Ну, постарайтесь как-то их кратко сделать или еще. Или мне подскажите, как это можно сделать. Потому что я все-таки пользователь больше. Я вот знаю, как вот это сделать, выставить и так далее. А вот в частности, как это все лучше загрузить... через какой-то там файлообменник и так далее, и тому подобное. Я в этом деле особо не силен. Подскажите. И, пожалуйста, это, конечно, очень хорошая вещь. Человек рассказывает о том, что у него получилось, что у него не получилось. А я это прокомментирую и скажу, почему так или не так.
То есть это очень хорошая задумка, если ее воплотить, это, конечно, будет то, что надо. Спасибо, Рома.